И всем привет! Вы на канале Vidroid Gaming. Меня зовут Александр. Сегодня мы поиграем в Космо Волков. Это экстренный выпуск, потому что я пропустил на прошлой неделе обновление. Добавили новый эвент. Не знаю, приурочен он к Новому году или нет, но мы сегодня будем бегать за красного паренька. Нет, это не Санта-Клаус. Это вот такой вот милый парень Берсерк Хорна. Будем собирать черепочки. А сюжетик компашки вообще повествует нам историю, как падал Канак. Называется он «Падение Канака». То есть раньше Канак, это наша планетка, на которую весь замес идет, был под империей. Потом прилетели вот такие вот парни хаоситские и начали приводить ее к несогласию, так сказать. Вот, и давайте посмотрим. Че? Стоп. Далее нажимаю, что-то нам пишут. Он ограничен по времени, потому что... Поэтому я и записываю его экстренно. Вдруг сегодня этой серии не хватит его допинать. Будем допинывать его потом. 6 дней осталось. Кошмар. Так, чтобы войти, недостаточно PvP побед для запуска. Хотите запустить режим за 1000? Ну ладно, 1000 сюда, 1000 туда, потом ее заработаем. Давайте. Всего лишь 4 попытки дается нам, чтобы его пройти. Печально, но на ПК-версии я в подобное играл. И мучил его, наверное, дня 2. Так что по геймплею тут, наверное, нам хватит времени пострадать. Не знаю, пройду я его или нет. Ой, блин, я пропустил фразу. Ты чтишь владыку черепов, это хорошо. Я надеюсь, твой ручной колдун не станет мешать мне. Кровь кровавому богу, черепа для сами знаете чего. Вот, смотрите, на нас нападают обычные парни. Это типа защита планеты. А мы такой суровый, с 4000 берсерк Хорна. У нас есть пассивочки. Предметов не будет в этой игре, как я понял. Восстанавливают 5% здоровья при рукопашной атаке. Прикольно. Имба, я бы так сказал. С некоторым шансом снижает свои очки усилия на 3 при получении урона. Замечательно. Так, чё, куда пойдем? Ну, давайте этого супостата зарубим. Нам урона должно хватить. Сколько у нас у топора урона? 200 плюс. 250, нет, не завалим. 4 очка усилия скидываем. Ну, ладно, придется так рубить. Хотя можно с пистолета ударить. Он тогда от нас убежит просто, да, собака? Ладно, давайте бить. Ускоримся. А DR-очку я завтра запишу. Вот так уж вышло. Что сегодня надо в эту сыграть, а то мы потом не успеем просто ее дойти до конца. Ну, если вообще, опять-таки же скажу, дойдем мы до конца. А, да, но они лупят нормально, смотрите, уже 3700. Это первая волна, у меня уже нету... 300 хипов. Кошмар. Ну все, давайте во все тяжкие. Запиливать и восстанавливаться. Замечательно. О, смотрите, что я заметил. Я мог его ударить. На меня стан повешали собаки. А пассивка не сработала. Смотрите, как я могу бить. Это круто. Я могу бить как в ПК-версии. На 3 клетки. В стороны. Опять мне стан дали. Ну, надо это. Скинуть чуть-чуть. Да, в ПК-версии еще закидывали нам оружку. Здесь, наверное, также будут кидаться оружкой. То есть где-то здесь оно будет на рандоме появляться, если не ошибаюсь. Либо руны появлялись, потому что несколько ивентов подобных было на ПК-версии. Я могу что-то путать. Ну давай, пили его, что делать. Ты еще промахиваться умеешь. Пока хватит. Блин, стрелков надо в первую очередь. А мы танк бьем, как нубасы. Они еще снимают только по-жесткому, 140. Кажется, у тебя возникли трудности, не справляешься. Вот, оружку, скорее всего, скинули нам. Я убью тебя, колдун, окей. Вот здесь она появится. А, я все вспомнил, сюда лучше не заходить. Тут ваншот сразу же будет. Тут открывается портал, короче, и тебя ваншотит. Первый раз я так и слился. Вот. Что делать? Давайте бронь на себя кинем и отойдем. Надо туда немного это чапать. Не отступает. Еще был, короче, ивент за этих, за пламенных таких чуваков. Легион проклятых или как-то так называются они. Тоже весело было за них играть. Тоже примерно то же самое. Месимся, рубимся, но там немного все посложнее было. Так, что куда идем?
Куда идем, куда идем, куда идем, куда бьем. Болтером его зарубим. Так, стоп, не идем, а рубим. Опа, он в упор не стреляет, окей. Как в ПК-версии прям. Что делать? Так, а ты как стреляешь, елочка или просто вперед? Просто вперед. Значит, надо на линии стоять. Сюда, наверное, встанем, да? Мы же достанем по тебе, мы же на 4 мы же бьем. И знаете что? Нам не хватает урона, чтобы его убить. А, ну ты еще и промазал, сволочь. Вот огнеметик бы сюда. Скиньте мне огнеметик, пожалуйста. Сварпа. Вот они хорошо встали, конечно. Чего нам выпало? Какое-то серьезное оружие, надо его взять. Ну, потратим оружку. Взамен на оружку. А чё мне ничего не выпало? На следующий ход придет? Или в колоду добавляет? О, еще и рунка какая-то выпала. Замечательно. Вот, ласка у нас есть. Сейчас мы еще эту возьмем штуку. Ну, пока хватит. Интересно, они сагрятся на эту? Нет, на руну они не агрятся. А то раньше прикольно было, то не агрились на рунки, короче. Ну, я говорил, когда первый раз испытания проходил. Ну, ладно, возьмем, может, там какой-нибудь будет армор, либо реген. Это вообще убить, в принципе, можно. Блин. Собаки. Еще одно? Я же это еще не успел взять. Буст. А, тут, короче, все, я понял. Как в PvP, короче. Рандомные руны падают. Буст это и фортик у нас будет все время прожиматься. Но я тут ни до кого не достаю. Ничего страшного. Так, ну теперь-то я достаю до тебя, да, мужик? Бустик, хоп, нормально. Что-то новенькое, пистолет какой-то волкитный или плазменный, я не знаю. А болтера у нас нет уже, да? Ну ладно, давайте с этого ударим. Так, как этот стоит, надо посмотреть. Блин! А, я понял, они тут бесконечные, да? Не по волнам, а просто когда двое остаются, видать, противников... Новый вылазит троем. Замечательно. Так, ты сколько бьешь? Сотку. Плюс действие одно дает. Так, у нас есть этот бустер. Сколько мы бьем, интересно? Вот так вот. Ну, то есть, в таком положении мы его убиваем. Давайте мы его, наверное, убьем сейчас. Или не надо его убивать? Надо сюда встать. И пока все, у нас же буст есть. Так что нормально. Эп. Вы берете мое оружие? Вы что, будете пользоваться орудиями хаоса? Ну такое, ребятки. Это как-то ересь. Нет, они все оружие у меня забрали, сволочи. Запилю. Вот, три черепа у нас уже есть. Замечательно, да? Собаки не нравятся мне. Стрелки не очень далеко стреляют. Своими пуколочками. Так, что делать, что делать, что делать? Можно отступить. 5 клеток, да, у нас старушка? Дистанция 2-6. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Можно вот сюда вот встать. Под удар мы не попадаем, а этого мы сейчас вырубаем. Еще и бустер сработал. Замечательно. Ну, пока все. А, буст закончился. Вот это плохо. Так, кого убиваем? Давайте. 600 урон. 100%. Это просто фраг. Пушка называется фраг. Ну и все, в принципе, да. Ладно, здесь постоим. Интересно, тут баферы есть какие-нибудь? О, вот если они здесь сейчас останутся стоять. О, как хорошо она выпала. Ну и пусть стоят, в принципе, да? Нам не жалко. Буст. Или тут один буст падает?
Даже если буст один падает, уже нормально. Можно их убивать, уничтожать. Так, ладно, встаем сюда. Я бы еще броньку взял, конечно. Так-то смотрите, у нас уже сколько хипов. Тысячу сняли. Тысячу сняли. Четверть. 25% сняли. Не, этот собака проснулся. Вот сейчас мы кого-нибудь убьем. Он сам сдох от портала. Новый выберут, да. Блин, тяжелый болтер. Я хочу себе хэви-болтер. Надо хэви-болтер взять. Либо похилиться. Так, это можно, кстати, использовать в своих целях. То есть, смотрите, они сейчас будут тагриться на эти пушки, а я могу вот так вот сделать. И мне ничего не будет за это. То, что они побегут на пушки. Да. Я буду без пушек, да? А этому парню не нужны пушки. Замечательно. А этому нужны, да? Дайте мне огнемет. Или гранатомет какой-нибудь. Чем вообще хорниты пользовались? По-моему, только топорами и пистолетами, да? Что бы сделать-то? Так, мы бьем по три клетки по сторонам. Давайте вот сюда вот встанем просто и все. А еще можно, знаете, что сделать? Нажать пропустить. Опа, какой-то босяра вышел. И сделать вот так. Имба! Опа, он бафнул чувака, он мне сейчас в спину постреляет. Я боюсь. Давайте вот так вот сделаем. Стан навешал, собака, блин. Теперь никаких бустов. Или буст уже прошел. Вот толку от этой брони сейчас вообще нет. Ой, надо отходить. Надо отходить. Где милишка? Мне хилиться надо. Смотрите, сколько у меня хипов. О, вот это жесть. Это жесть. Так, я сохранюсь. Ну, меня чуть-чуть побуцкали тут. И, в принципе, я живой. Ближнего оружия нету. Оружия ближнего боя, во. Так, я ни в кого не попадаю. Ну, неохота с этой стороны уходить, можно вот так вот сделать. Я как понимаю, это мельта, да, значит, она броню зажигает. А у милишников есть фишка у ботов, они все время себе броню восстанавливают. Сейчас попробуем это провернуть. Так, 7, 7, 7, 7, 7, замечательно, они следующие не ходят. Огнемет! Ура! И бафчик еще. Ну, баф я, наверное, не добегу, они его возьмут. Если они их уберут. Не, нереально. Давайте попробуем вот так вот сделать. Чекнем просто. На линии атаки же мы не стоим. Нет, смотрите, собака, он так не делает. Я думал, он сейчас себе первым делом броню сделает. Но огнемет-то ты мне оставил, да, мужик? Ты же знаешь, что мне нужен огнемет. Я, блин, даже это, потрачу немного этих очков действия. 5-5-5. Так, раз, два, три. Нет, он ее возьмет следующим ходом, надо это потратить. Все, зато у нас есть теперь огнемет. Эфорт такой ходячий. Чувак, у тебя есть очки? Ёпа, РСД, что он сделал-то? Меня сейчас вообще отбуцкают, жесть. Я, говорит, пройду, наверное, запишем несколько роликов по ней. И слился на 5 киллах. Вот это да. Вот это да. Надеюсь, стана у меня нет. Этот мужик сейчас с линии атаки уйдет, так что надо его сразу же поджарить. Это не то, я хотел огнемет. Ну бас, блин. Ой, ну бас. Я... О, вот, теперь забафался. Смотрите, он ход потратил и встал. А, у него был этот. Умный засранец, а? У него было дополнительное очко действия. Фига вы меня зажали так модно вообще. Спасибо. Мне этого не хватало. Вот он огнемет. Почему? Сюда надо встать. А так мы по нему не достанем, да, наверное? Хотя, может, достанем. Давайте проверим. Нормально, достаем.
Они разбегутся, надо стрелять. Ой, хорошо. Всех задело. Еще всех подожгло. Это какой-то крутой огнемет. Я даже не читал его, блин. Я думаю, пора начать переходить на ближний бой, чтобы восстанавливать хипы. Спасибо. 7 киллов, у меня половины хипов нету. Жесть. Как так-то? Она сложная, этот режим оказывается. Я думал, он будет такой хотя бы в начале изишный. Да, у меня возникли проблемы, чувак. Меня убивают. Стан, блин. Так, ну ладно. Это минус 2 получится, да? Ну, хотя бы так. Плюс 3 стан, нифига себе, я думал плюс 2. И вышел еще с линии атаки. С бафа с этого. Надо, короче, в оборону уходить. Я ничем не могу по этому битому ударить. Жалко. Что сделать-то? Ну, давайте вот так вот отойдем. А баф еще лежит? Нет, баф уже взяли. А когда его взять-то успели? Я что-то даже не заметил. Так, урон 500. Если мы не промахнемся, мы его убьем. Но у нас будет куча очков усилий. Что делать? Ну ладно, что он лежит-то? Да ладно вам, серьезно, через две клетки ты не можешь стрелять. Что у него за область действия такая маленькая? Ну ладно. Броню тогда кину хотя бы. Свалил собака. Не, нифига меня буцкают, тут вообще жесть. Надо, чтобы какое-нибудь мили оружие выпало крутое. Я вангую сегодня, да? Хе-хе-хе-хе. Как этот топор теперь взять? Я хочу взять... Нет, я его не возьму, ребятки. За меня его возьмет вот этот парень. Увы, ах. Ладно, ты его не возьмешь, но другой возьмет. Надеюсь, ты его заигноришь, милишник. Тебе же не нужен топор, милишник. Товарищ милишник. Да ладно, ты как так? У него броня была, жесть. Он топор мой взял. И сейчас еще пистоль возьмет. Надо хилку мне взять. Ну, ты моя хилка будешь тогда. Ну, вот хил хороший, 200 очков это... Ну, хотя какой-то, блин, вот они бьют по два раза по 200. И вылазят, и прут собаки. Так, мы на линии атаки стоим, надо отходить. Вот, у него армор был, короче. Вот этот собака взял хилку. Точнее, тут бафчик. Ну ладно, вам 120 минус. Ну, может быть, и одну серию запишем. О, хилка. Надеюсь, там будет хилка, а не форт. Потому что у того армор выпал, значит, здесь может быть и регенерация. Поехали. Если реген, то мы быстренько... Да! Регенерация это хорошо. Это знаете, что такое? Это чем больше у нас очков усилия, тем больше нам хипов заход дают. То есть можно вот сюда вот в уголок забиться сейчас. И нам дадут 170. Нормально. Но столько же сейчас и отнимут, наверное, эти супостаты. Что их дофига. Короче, очки усилия, которые мы накапливаем в заход, умножаются на 10, и столько нас хилят. Потому что есть... Поэтому это... Есть смысл ходить большими картами сейчас. И хилиться по максимуму.
Хотя, блин, вот где хил-то? Где хил? Нет хила. Блин, я не знаю, что делать. Надо милишкой бить, по идее. По идее, надо бить милишкой. Ну, меня все буцкают, вообще жесть. Ну, хотя, смотрите, у нас уже опять косарь, у нас есть броня. Откуда у нас броня? А, я бафнул ее. Точняк, точняк. Да я две карты. Дай мне, пожалуйста, этот эфорт. Рандом. Бог рандома, дай эфорт. Нет, не дашь эфорт. Ну и засранец. И мне не хватает урона. Ладно, хоть похилимся. У него броня была, да? Мы 50 только отняли. Ну вот теперь эфорт ты мне даешь. Таким макаром мне не нужен эфорт. Ну, давайте, я уже сейчас схожу. О, меч какой-то крутой. Я хочу этот меч. Он там еще по-любому какие-нибудь какашки кидает на врага. Хилка-то у меня еще есть? Или уже нет? Есть, давайте, знаете, что сделаем? Вот так вот. Так, кого? Самого наглого? Вот этого давайте. Замечательно. Шестереночки нам еще какие-то дают. 170. А, у нас еще ход есть. Замечательно. Давайте этого еще убьем. Так, 150, у него 88. Это надо на 2 разделить. Так вот стрельнуть надо. Ну, сейчас-то мы похилимся. Ое. Да, и меч наш сейчас заберут. Но зато мы похилились и... Да нет. Отдай мой меч, собака. Я без этого меча долго не пройду, по-любому. Потому что мы же милишники, а у нас оружие без пан... Блин, он еще амбуш кинул на них. Че, время. Давайте сохранимся. Едем дальше. У нас есть огнемет. Это хорошо, да? Но мы по ним не достаем. И он сейчас, собака, убежит. Но мы ему не дадим убежать, да? Правильно? Мы сделаем вот так и вот так. И по идее все сдохнут. Нет, мы промахнулись, блин, ну что такое, а? И этот, хилка у нас улетела уже в никуда. Печаль. Опять батя вышел. Такой, о, я резнулся. Но мы тебя тоже сейчас копнем. Дает две карты, это хорошо. Так, ты поцелей будешь? На тебе. Блин, не убил. Чё ты промахиваешься-то? Туп-туп-туп-туп-туп-туп. Хэви болтер уже не достает. Чаль. Сдохнешь? Плиз. Спасибо. Кажется, у тебя возникли трудности. Ар-ар-ар-ар-ар. И бафчик нам дали. Замечательно. Так, ну давайте проверим теорию еще раз. Скинем в него дебаф. Убежим, наверное, сзади. Ну, такой себе ход, на самом деле. Ну, пока живем, уже 12 черепов. Сколько там надо, интересно, за, один, за одну партию? 30 или 50 или 100? Черт возьми, если 100, я буду орать. Так, теперь смотрите, вот этот чертик, он, кстати, восстановил хипы себе. И это, и сдох. И, блин, это, точнее, не сдох, а потратил ход лишний. Вот. А этого черта мы сейчас никак не убьем. Поэтому имеет смысл сделать вот так вот. Этот сейчас сдохнет по-любому. 4-14, нормально. Поэтому мы сделаем вот так. И вот так. Да, я дурачок. Ну, план какой?
Какой? Получить в бочину маслину. Вот какой план. Что я сейчас буду ходить, портал откроется, этот здоровый мужик сдохнет сам. Бэмс. Я думал, я сдох, короче. Вот это жесть. А у меня поджог, видать, висит, да? Фу! Смотрите, какие когти крутые упали. Мы заслужили их. А ласка у нас уже есть. Интересно, ее брать надо или не надо? Ну ладно, не будем брать, наглеть. Да? Блин, под удар подставились. И не достаем до него, блин. Броню может кинуть себе. Давайте бронь кинем. Бовчанский просрали. Бери, бери, не бей меня, бери. Бери. Ну бери. Собака. Ну хоть броня понадобилась. Бери. Да не ты бери. Буст. Ну, теперь он как в попу ужаленный будет бегать. Вот сюда бы мне сейчас этот, огнеметик. Да, это у меня просто пожар был. Фу, жескач. Я-то думал, все, мне хана. Ханак. Давайте, знаете, что сделаем? Ход конем. Так. Кого вырубить? Надо кого-нибудь... Так, цель сбрасывает 3 карты. По всем целям? Дистанция по всем целям? Нормально. Как в ПК-версии, короче, сделали оружку, это хорошо. Ну ладно, возьмем, и тогда, если по всем целям, сделаем вот так. Огнеметы для слабаков, когти для реальных пацанов. Хлобысь. А по одному промазали. Печаль. Это нам сейчас аукнется. Надо было в ту сторону бить. Тогда бы 100% убили кого-нибудь. Ну, хотя мы и так кого-то убили. Блин, 700 хипов. Все, алярм, алярм. Еще и поджог этот дурацкий. Как это круто! Слушайте, ребята, что делать, я не знаю. Ходить лаской я точно не буду. Давайте ход пропустим. 4 очка усилия. Дайте мне, пожалуйста. Все карты мне из рук выбили, собаки. Ну ты там стоишь уже 100 лет, блин, мужик, надо тебя сразу было убивать. Да камон! Да вы издеваетесь, что ли? Нафига эту ласку брал? Надо как-то это использовать во благо. Сейчас хоп, милишное оружие. На тебе, на тебе, на тебе. Ой, мужичок, ты сейчас хоть как попадешь? Ну, ладно. Ударим лаской. Немного затупил, думаю, нафига мне это надо? В смысле этот? Наплечник для этого. А мне, оказывается, это в обычную колоду падает. Бонусы. Ну все, я сдох, ребятки. Даже если он промахнется, я сдох. Вот это по-нубаски вообще было, а? Давайте еще раз. Этот безумец погиб слишком быстро. Жаль, что он не смог обеспечить для нас достаточно жертв. Что возьмешь с этого варвара? Ничего страшного, мы найдем. Так, надо как-то будет по-другому это все делать. 15 противников всего лишь убил. Кошмар. Ну, может, это хорошо? А может, плохо? Хрен его знает. Давайте еще раз. Недостаточно ПВП побед для запуска. Я еще 1000 тратить не буду. Давайте, наверное, мы сходим в ПВП. Так, а что у меня есть? Снижает. Давайте по хардкору обуемся. Ворушку. Такая вот карта. Засекаем. Раз, два, три. Нет, это походу не бот. А может бот. Так, у нас тут есть бафчики, их можно брать. Чем мы сейчас и займемся. Беги туда. Ух. ПВП, ура. Так, раз, два, три. Нет, скорее всего это бот. Вот, 5 секунд прошло примерно. Так, ладно. Тут надо, главное, ассистить самого главного перца. Победа засчитывается в том случае, если мы убиваем командира.
Ну, карта такая насыщенная, не то что обычная локация. Тут много всяких элементов, бочки всякие стоят. Понапихали, короче, норм. Так, ты до туда не допрыгнешь, да? Ну, я нубас в этом деле, вы видели, я всего лишь 5 чуваков убил. 15 чуваков убил в этом, в том ивенте, поэтому... Надеюсь, победим. Рандом. Так, ну, теоретически он пройдет дальше. То есть, 3 хода сюда-сюда, можно сюда гранату кинуть, возможно... А, мы даже не попадем. Ладно, от дотуда мы докинем гранату. Да, кинем дотуда гранату, замечательно. Значит, мы это, подловим сейчас кого-нибудь, возможно. А так, стрельнем? И так даже стрельнем. Ладно, стой тут. Мне нравится, как ты стоишь. А ты потихоньку действуй. Это что? Дает 1 очко защиты, если меньше здоровья. Окей. Колодку я тоже давно свою нет и не менял. Ну, вообще, с колодостроением у меня все плохо. Так, это не главный герой. Так, можно тпшнуться, если будет буст, то еще и это. Суперхил. Ну ладно. Подготовимся. Ну это так по-нобосрански выглядит по-любому. Так, пацаны подошли. Что делаем? Можно куда-нибудь. Ладно, стой пока тут. Возможно, что-нибудь будет у тебя вкусненько. Ты тоже пока стой. Подпустим их поближе. А ты за бафом, наверное, побежишь, да? Красавелла, что? Вот, первая жертва есть. Можно сюда гренку кинуть. Ну, хотя, блин, урон будет так себе. Урон будет так себе. А так мы в тебя попадем? И так мы в тебя попадем. Замечательно. Ну, давайте мы в него, наверное, стрельнем. Ну, чтобы ему обидно не было. У него еще пассивочки всякие работают. Замечательно. Я теряюсь. Неохота рвать вот эти вот бочки, потому что кто возьмет бафчик, получит 3 тычки сразу же. Так что, наверное, мы пока... Что сделаем-то? Постоим на месте, покатаем вату. Опа, передумал парень. А вот это больно. Оу, щит называется. Сколько у него хипов, кстати, у главного героя? 2650. Ты перед собой только стукаешь, да. Это плохо. Ну ладно, давайте будем их карать за то, что они близко так к нам подошли. Интересно. Интересный ход, да. Ну, в принципе, если мы ударим вот так вот, получат все. Да. Надо сделать вот так. Раз, два, три, четыре. Наверное, вот так вот сходим. И кинем вот так вот палочку сюда. Так, 4, 5, нормалин. Вот собака, а. Обманул меня бот. Перехитрил. Так, ладно, давайте сделаем вот так. Не знаю, почему я хочу убить этого терминатора, но... Почему бы и нет. Получат все. Сейчас все, это хорошо. Бенц. Ну, что-то слабо получили, правда. И что делать? Я не знаю. С линии атаки уйти?
Так, ладно. Последняя часть видео. Надеюсь, мы сейчас его допинаем, либо сами допинаемся. Надзор. Замечательно. Надзор с хэви-болтера, блин. Как это круто. Надо подлечиться. Надо главного героя пинать. Не надо этого бить. Чё? А, ну нормально, да, хорошо ударил. Долгожданная ТПшка. В кого ударить-то, а? Так, в принципе, вот так вот если сделать, то мы следующий будем ходить. Можно будет как-нибудь сходить интересненько. 280, 280, 340. Чё ты делаешь? Дает одну карту. Ой, ко мне приехали, походу. На тебе, собака. Досадный промах. Они на меня сагрились, нет? Убегай. Хорошо встали, пацаны. Карты у тебя какие жесткие, а? Че, убьешь? Не убегай. А, потеряли бойца одного. Плохо, плохо, плохо. А это еще хуже. И это хуже. Хитрый какой-то парень. Смотрите, у него столько и фортов всяких разных было. Надеюсь, у меня... А, вот что, да, у меня. У меня вот что. Что сделать? Что сделать? Что сделать? Что сделать? А, надо как-то с линии атаки уйти. Если я нажму бежать, то мы, в принципе, вот сюда вот убежим, и нас не заденет. Но у этого болтер в руках стоит. И он меня тоже может подкоцать. Что делать-то? Ну, давайте в этого разрядимся. И отойдем в сторонку, похилимся немножко. Блин, время уже кончается. Так, отойдем сюда вот. Да какой надзор-то? Алло, мужик, у тебя что такой писюн длинный? Как бы вас поджечь всех? Парни. Шестерочку займет это все дело. Сюда. 2-2, да. Сюда давайте встанем. Главное, не промахнись, мужик. Карта без понтов. Фига, тут зона действия. Ну, рак, короче. Перед вами рак. Рак на экране. Вы же скач. В смысле, я рак. Ну, боты тоже ходят так же, как я, глупо. Сейчас у него еще ясь появится, да? Фига 2. Ярость. О, у меня сейчас ярости, знаете, как пропишет сильно? Это вообще жесть. Нет, пожалуйста, не убивай меня, мужик. Ну, этого-то мы сейчас забьем. Забуцкаем. 83, 86. Давайте 86.
Говно. Согрись на моего пацана, пожалуйста. Не надо в меня ярость убить. Промахнись. Е-е-е, щит им будет. Вот и прелесть какая. Смотрите, что он сделал. Он решил побить моего пацана. Как вы думаете, он выживет? Мозг задело, нет? Задело, да не задело. Все равно не выжил. Такой позор вообще ботам стирать. Ну давай, сколько уже времени идет? Уже 5 минут. Ну ладно, хватает времени. Слиться успеем, как говорится, да? Скоро у меня ярость будет. Чуть-чуть осталось. Давай. Давай. Так, что делаем? 330, 305. Брони у него нет. Подходим. И следующий ход, скорее всего, будет яростный. Поэтому делаем вот так. На тебе. Да господи, блин. Чего вы промахиваетесь все? Ну ладно, Яракт. Вы-то чего промахиваетесь? Чего исполняете, парни? Так еще замахнулся эпично. Окей. Урона. И бить мне нечем. 350-370. Ну, яростью 370 ударим. Тут еще надо как-то натыкать, да, хорошо? Череп, это что значит? 777. Сколько осталось? 500. Но я не выживу. Я сейчас ему ярость вызову. Я не выживу. Ну ладно, может выживу. Может они все промахнутся? Ну такого же не бывает, да? Промахнись. Давай, живи, мужик, пожалуйста. Нафига два, он сейчас как лупанет мне. Выживи, мужик. Я верю в тебя, давай. Выживай. Ну, сейчас будет эпично. Промахнись, мужик, промахнись. Да хватит уже своими фортами баловаться, мужик. Меня убил Рэй какой-то. 2 мили атаки, пожалуйста, мне. Все, смотри, зажал, в коробочку взял. Вот как так-то, а? Как так? Я его не убью, а он меня сейчас убьет. Ну ладно. Не судьба мне взять победу сегодня. Жесть, блин, ботву слился. Ну, у меня колода стрёмная, в принципе, да? Он-то видели, как бьет... Какими картами? Хотя тоже беспонтовыми. Ой, ну бас, вообще капец. Надо, короче, практиковаться, что-то одно играть, наверное, да? А так, чё, всё, ребятки. 45 голды нафармили, ура. Не зря сходили. Придется, наверное, в следующий раз ход тратить за это. Ну, вы поняли, за голду заходить еще раз в этот ивент. Чтобы его пройти. Ну, в принципе, ивентик посмотрели, PvP тоже мне... Понравилось, особенно последний этот эпический бой, когда нифига мне не выпало в руку. Да. А так бы мы его убили, если был бы какой-нибудь топорик, да? Два топора бы выпало, мы бы его зарубили, даже если бы промахнулись. В общем, еще раз, всем спасибо за просмотр, всем пока, играйте в крутые игры и не рачите, как я, да. И давайте, качайте игрушку, показывайте, сколько вы там черепов собрали. 500-600 за раз, а то я вот, видите, 15 нафармил. Хе-хе, лол.